Ну, мое видение такое. Если крымчане пожелали быть в составе России, значит, так тому и быть. Как это происходило? Это сложности. Не мне решать, я не политик, я музыкант. И я там не был, я пытаюсь. Но если я вижу счастливые люди, людей, которые мечтали. Еще очень важно, если Украина не сумела за столько лет убедить крымчан, что с Украиной хорошо, и они так дружно, как бы там ни говорили, что там были люди какие-то, были автоматчики, зеленые человечки, большое количество людей невозможно. Можно инициативную часть, группу какую-то настроить, да, согласен. Но когда массовые митинги из счастливых людей, значит, наверное, так оно и есть. Я хочу, чтобы они просто поняли, что их выбор был хороший, был правильный. Чтобы вопросы с годами о Крыме снялись, они, конечно, будут очень долго присутствовать. И о том, чтобы мы могли ездить спокойно. Хорошее место, классное, обожаемое, любимое. Чтобы мы могли спокойно ездить туда, невзирая на политическую обстановку. Просто купаться в море, кушать шашлыки, ну и отдыхать.